Давайте попробуем магнумом один раз всадить. Ну, может, что и получится с этого. Ё, да как я его не заметил-то? Охренеть. Ну-ка, давай с этим так же. Или подожжем, попробуем. Ну, горит уже. Не вообще пофиг. Так, у этого башка какая-то небольшая, наверное, пробьет. Ну-ка, давай. Да хрен там, да? Так, свидание. Так, а у нас тут... Я вижу вдалеке, он там. А, значит... Это на магнум были? Нет, по-моему, даже не знаю на что. На, вроде на магнум. Ну ладно. О, дробовик. Да, круто. А, вот, сюда, наверное, даст. Предохранитель надо вставить. Какая умная какашка. Понимает, да, что нужно... Так, что взять-то? Бам! Чё, ещё живой, что ли? Офигеть! Да. Да, наконец-то мы вдвоем их подожгли. Ой-ой-ой-ой. Так, что-то себе упало. Да ни хрена опять не упал с него. Твари какие-то, блин, офигевшие, с них ничего не падает. А, давайте попробуем. Можно ядовитый болт сделать, посмотреть вообще, на что он способен. Но для этого надо глянуть, сколько он стоит. 5 штук! Офигеть, да ну нафиг. А вдруг не понравится. Магну неплохо против них работает, но я говорю, если он... Офигеть, он еще жив. Так, ну что будем использовать... Давайте пистолет по стандартке. По стандарту. Скорострел для пистолета не помешает. Можно будет качнуть. Не будем сжигать. Баночку. Ща, блин, подойдет еще один. Хотя не, вроде пока никого не подходит, ничего. А, водичка типа уходит, да, ну тоже. Ах ты. Да чтоб вас всех, а! Конец-то. Не хочу на них патроны тратить. Очень уж большое количество. Уходит на них. Откуда они все повылазили, непонятно вот это. Да ёб твою. Не-не-не. Вот это и есть тот случай, на который дробовичок нужно использовать. По ногам стреляешь, чтобы... А, не хотя бы в башню сразу. Ой, выпало с него что-то. От дробовика обсерился. Зеленый или желтый. Не знаю. Пистолетик снова берем. Угу. Контрольная точка. Это еще что такое? Штука не опасна, светится что-то, блин. Куда стрелять? Надеюсь, хпшечку мне не отняли.
Нифига не отняли. Походу, ты во всякие гнезда забретаешь. А, ну да, забегаешь. Так. Это нормальный болт. Так, только давайте возьмем. Вот теперь можно взять. Непонятно почему, правда. Ну ладно. Так, и обратно на. Так, не-не-не, на, давайте шприцк возьмем. Не хочу аптечку использовать, просто подлечим здоровушку. А, у нас, смотрите, еще там, давайте... Блин, забыл, как называется. В общем, мы вставили и в какую-то хреновину, и там электричество прекратилось. Прекратило подачу электричества. Забыл, как называется. Предохранитель, по-моему. Кажется, я знаю, на кого я магнум буду использовать. Что-то непонятно, на что я патроны вот эти беру. Это неужели на пистолет? По-моему, какие-то они большеватые. А, нет, стоп, берем. Да, перезарядить нужно еще. Перезаряжать уже нечего. Что за звуки? Так. Так. Что тут почитать должно быть? Что-то нет. Вот что-то. А, ну это фрагмент, да, знакомо все. И давайте посмотрим. Тут у нас. Да нет, ничего нет. А, стоп. А, тут ничего. Ну, а, все, понял. Идем. Так, сейчас мы посмотрим, что у нас тут написано. А, да, ничего, мы уже читали. Да, в принципе, недавно сохраниловка была. Кстати, ключ у нас, по-моему, есть. Да, у нас один есть. Ай, выдохся. Ключ и... предохранитель. И по фрагментам у нас уже вырисовывается что-то там. Потихонечку вырисовывается, но... это почти что незаметно. Дробовиков можно было побольше использовать нам. В достатке. Так, а вот это вот у нас, кстати говоря, зря мы... О, зря укреболт создавали, могли бы... могли бы не создавать. Ну, видите, у меня не настроено быстро это самое. Не знаю, как это сделать, но у меня не получается. Так, а давайте посмотрим, почему бы и нет. Спички качнули, так они у нас в расход сразу пошли. Удивляюсь вообще, что качают, такой расход сразу. Итак, по оружию у нас снайперская винтовка не нужна. Вот, мне кажется, знаете что, умножитель урона. Так, по запасам все, емкость... емкость магазинчика, так. Магазинчик, 12 тысяч. А оно нам надо, вот скажите мне, или не надо? 12 тысяч, вот скажите. Точность, может, запасы, что у нас там, гранаты. Офигеть, гранат, конечно. Еще зря качал. Все, валим. Не хочу больше ничего пока прокачивать. Будем, наберем там, не знаю, 50 тысяч, вот тогда и качнем. Мало мы банок набираем, мне кажется.